Света Манукян, спасибо большое. Возобновите программы по ТВ типа Малахов Плюс. Вы знаете, я как-то ТВ это сразу хочу сказать. Там есть такая пословица. Здесь рождается на ТВ и умирает. То есть там хорошие хлебные места с такими зарплатами, кто особенно это. Вот, и их просто так никто не уступит. То есть новая программа, это значит кого-то там надо вычислить, вот, с насиженных мест, на которых он там привык кормиться и так далее. То есть это для меня нереально. Я там никого не знаю. Вот настолько, чтобы сказать, что я могу там вести программу, дайте мне там эфирное время. То есть у меня таких связей нету. И я даже сделал лучшую, считаю, программу, целебную кулинарию, которой до сих пор нету ни на одном ТВ, и ее никто не взял у меня. И ничего подобного не сделает. Но. Вот YouTube предоставляет возможность нечто подобной работы. Вот я и стараюсь на YouTube-канале своем как-то с вами общаться, говорить, там, давать дельные советы и прочее. То есть вот это как раз и есть мое. Я вообще-то сделал один интернет-телевидение, но для того, чтобы его, знаете, там, что утром там делать, что в обед, там, какая-то программка вечером, то есть, вот такое, у меня все это есть. Я могу и радио здорового образа жизни, знаете, вот, выстроить все это, как там это, по-моему, надо бы делать для того, чтобы человеку было интересно его слушать, и оно было полезно, и плюс даже, чтобы под это можно продавать какие-то там оздоровительный товар, чтобы все это, так сказать, работало. Но никто ко мне не обращается, а дабы, знаете, не быть просто голословным, я вот для себя, могу ли я делать программу? Я сделал целебную кулинарию. Пожалуйста, 20 минутки смотрите, их смело можно запускать на ТВ. Про канал я думал. Ага, сделал, все это у меня было, потом там какие-то, то ли платить надо, то ли еще что-то, все это загнулось. Ладно, но наработки там остались. И вот на Ютубе вроде как это я наращиваю свое присутствие в интернет-телевидении через свой канал. Задаете вопросы, знаю я, стараюсь ответить. Вот что касается моего ТВ.